Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. О, нет. Вот и я. Кашкима привела на балкон. Сидим на балконе с ним, здесь кайфуем. Вот посмотрите, вот вы заметили что-то во мне? Посмотрите. Да-да, мне надоели эти мои желтые волосы, и я их решила сама покрасить. А мой муж даже не заметил, представляете? Как вам? Вот, посмотрите. Уже не желтые же. Знаете, какую краску сделала? У меня была такая вот краска. Платиновый блонд. И накрасила ее. Ничего страшного. Без аммиака. Она такая щадящая. Потому что надоела. Смотрю на свое видео, противно, не узнаю себя. Я такой желтой никогда в жизни не было. Вышли с Сашкой, мама позвала его сюда. Давай посидим здесь. Наш чуджук тоже. Кигоста урода. Вы видите морковку, как кушает? Он мой мальчик. Мама ему и абрикоску положила, и черешеньку. И вот мы всей семьей сидим. Сейчас я сварю кофе. Мы с Сашкой, мы будем пить кофе и поговорим вообще. Надо же его будоражить, вообще ничего не замечает во мне. Может, маску сделать такую черную, скоро пришлют Севраше попугать его. Вы видите? Кирас ее, и черешни поел. Ашкем тоже его любит. Buradan yaklaşabilir, anladın mı? Sakin ol, sakin ol. Şanslı. Он его шанслый зовут, я Гигоз. Ашкем, о Гигоз, бу, о Гигоз. Шанслый. Evet, Гигоз да шанслы. Konuşmak şimdi istiyor. Aşkım. Aşkım. Aha, bizi aşkım. O dva aşkım. O da bakıyor bana. Aşkım. Sürekli çenesini oynatıyor. Bir şey konuşmak istiyor. Aşkım. Konuş. Aşkım. Айлыштинса надо. Ашкин. Привык, говорю, к нему, не шарахается. Он такой. Мейвелер чок сейг, я. Сурик шуан на мейвелер. Посмотрите, и абрикос кушает. Ашкин, орада кирас, абрикос, черешня, морковка. Сен сордун му? Эвет, эвет. Сорун йок, дума? Сорун йок. У меня знакомая, этот, мы с ней давно знаем, лет 20, меня нашла в ютубе, и она, у нее попугайчик. Вот она, стали мы общаться. Ира ее зовут, из Батуми. И она мне научила всему. Ирочка, посмотри, как кушает он. А, понравилось ему. А, Шинди, сейчас что покушаешь? Шинди, сейчас. Кира займет все. А с нас он кирчек, он турк по... турку. Я говорю, настоящий турок. На завтрак же в турке много хотят кушать всего. И он также все фрукты. Кирчек, он турк. Турецкий попугай. Тяжко. Кава из чермисенс. Пошла готовить. Пьем с Ашкивом кофе. У меня такое сегодня платьечко. Вечером идем мы на кебаб. Друг его сейчас позвонил, идем на кебаб. Будет интересно, тоже покажу. Ашка, здесь она большие соли не кастерит. Ашка. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bir şey, bana bir şey yeni görmüyorsun. Kaçlar? Aşkım başka iyi. Görmüyorsun. Şey, küfe. Değiştirmedin bir şey. Yok. Kaşlar mı? Kirpikler mi? Burada aşkım, burada. Saçta. Ne yaptın değiştirdin? Erkek saçı olmuş. Вы видите? А? Каких сашин нам базы? Эй?
Буядым. Назовем Буя. Сабах. Нет, Пендины. Не ешь. Чунку сары олду, бегенмеди. Сары. Шимди сары дейм. Эски халина гетирмисин. Яна кодан пара вериосин, сауч яптырыйсин. Ашкин, кендин Буя. Бак, Ашкин, биз чок сары олду. Бак, шимди даха ии. Бак. Даха ии шли. Вот какой он вообще, почему он не замечает? Сары еще. Садиба на баку, кашла рыбаку ерсу. Зинин кашла, не кашла. Какой вай вай да. Короче, сейчас Ашкин, Ашкин, шум ты траш я поджапнулся? Асана саш траш дома надо. Ну, сэн декер. Чок сыджак я. Вен сыг, бана сыджак дейл, гуё пат. Перлемедил хич. Бираз юру бакию. Şimdi berbere yürürsem ben gelsem. Şimdi gideceksin. Şimdi gitmek istemiyorum. Akşam da kalabalık oluyor. Herkes akşam oluyor. Из-за того, что жарко, не хочет уходить. Şimdi normalde kimse yoktur. Sen olurum ama bir de şu anda hiçbir yerde klima çalışmıyor. Aa, он говорит, сейчас жарко, ни в одном месте же не работает. İş yerlerinde. Кондиционер. Ama nasıl aşkım yürüyeceğiz klima çalışmıyor? Orada şey var. Sahil. Bahçe gibi bir yer. Dışarıda oturuyoruz. İçeride değil. Hmm. O yüzden arada... Ne ulusu bulacak? Sosyet kardeşi. Başka mı? Новые Başka biri. Новые какие-то. Вот так вот сидим со Шкимом, то на том балконе, то на этом. Шким, что ты кавы? Шекерли. Соли большой хаберли, не? Хабер? Хабер, не варный, не заман у очаджакна. Ашка, герчекты, Русия, да. Соли, сын дельнер соли мидор, сад. Когда откроется Россия, Азербайджан, Gürcistan, ne zaman açacaklar? Yok. Niye bana Dışişleri Bakanıymış gibi davranıyorsun? Ты говоришь, что говорит ко мне, как министру иностранных дел? Dışişleri Bakanı bile bilmiyor. Я, говорит, знаю. Они, говорит, не знают, друзья мои. Çünkü hastalığın durumuna göre, seyrine göre kapılar açılıyor. Nasıl hastanın durumu? Ну, зависит от заболеваемости. Şimdi günlük Какая, говорю, заболевание? Какое положение? 1200 кишинин хасталандыгы Түркияда. 1200 киши хасталанıyor. 1200? Киши хасталанıyor. Түркияда? Түркияда, şu anda. Büyük, büyük mü? Onu devletler biliyor. Biz bilmiyoruz. Rusya hasталанıyor. Rusya'da da hastalık var. Niye kapıyı açsın o zaman? Yani öbürüne hastalık tutarsın. Rusya'da öbür заболевание. Aşkım Kazakistan'da biliyorsun kaç hastalığı var. Ölüyorlar İtalya'da gibi. İkinci dalga başladı Kazakistan'da. Kazakistan'da вторая волна. У меня подружки там очень подружка. И очень много знакомых, которые пишут, говорят, положение страшное. Люди умирают, как в Италии. Ещё в Петербурге у меня тоже есть одна знакомая, она медсестра, работала В тот период заразилась, друзья мои, лежит дома четвертая неделя. Я с ней разговаривала, говорит, лучше. А вчера звонит мне, бедная, пишет, Светочка, мне так плохо, я ухудшаюсь, и увезли ее скорой. Сейчас пишет, что в больнице на кислороде. То есть. Вот так вот, друзья мои, ответи отступить всех нас и наших близких. Аллах курусу дьюру. Аллах курусу ваш. Дьюру дьюру. Evet. O zaman kameraya çıkmıyorum ben. Çıkıyorsun aşkım, çıkıyorsun. Ama maskaya siz yasak mı gizlemek ve problem yok şimdi? Belli şehirlerde maska zorunlu. İstanbul, Kalabalık. İzmir, Ankara. Ha, bizde? Mersin'de hastalık. Я спросила маски, как вот можно выходить из этого. Саджа маркет, колобалок я. Где в общественных местах не проблема, а конечно вот в таких больших городах
есть большая заболеваемость. Нас прервали, позвонили мне, и мы не успели попрощаться. Сашка мне сказал, говорю, Русь. Русча! Вахтиля. Как дела насосом дёрсом? Как дела насосом? Да пока, дёрлары, до свидания. Пока-пока. Видите, как дела, спрашивает. Не заман сен угрини дексен рус. Ча. Наш чоджук, бизим чоджук. Посмотрите, что я сделаю сейчас с моим ашкымом. Посмотрите. Ай, чай, туле. Ашкем, ой, Нью-Йорк. О, учма пестер. Когда он заговорит, не знаю, друзья. Ну вот видите, Ашкем ничего не замечает. Может, черный покрасится или зеленый цвет. Мы собрались на встречу. Эти сережки как раз под сумочку. Вот так вот я выгляжу. Босоножки одела, в которых упала. Жарко, не могу закрытую. И некогда выйти, чтобы поменять. Так, ну все. Идем гулять. Вот такой пустой автобус. Смотрю, кто в маске, кто нет. Заставила Ашкема маску одеть. Голодная, я еще сегодня ничего не ела. Только черешенку. Сейчас съем, не знаю. Ашка, мне едят здесь? Кебаб. Кебаб. Девочки, мальчики, кебаб. Ашка, верба, она едет. Только ее, ладно. Ну, короче, я не буду снимать вам, что мы будем кушать там. Потому что нельзя. Ну, потому что и мою еду еще. Кто-то смотрит кому-то это. Он попросил мой муж пока не снимать. Ну, я послушная жена, так и буду делать. Сейчас я покажу, что-нибудь интересное будет. Ой, это море! Видите, как красиво там. Это район позже. Смотрите. Здесь. Мы идем в эту сторону. Позже. Позже, Ашким, Сарь. Позже. Здесь рядом форум-центр. Это район. Ну что, друзья, пришли мы на место. А вот и друг сидит. Мы находимся на набережной. Позже посмотрите, как красиво со стороны моря. Тут живая музыка. Не хотела снимать вам каждый этот сантиметр, каждый метр. Так красиво. Вот смотрите, Ашкин, позже ему махали. Смотрите, как красиво. Видите, полиция поехала, они проверяют, контролируют. Здесь вообще не страшно, вот так вот сидят люди. Каждый метр, посмотрите. Видите, как классно. Приезжайте в Мерсин, мы вас приглашаем с Ашкемом. Хошкем, Фелис, Ашкем. А мы пошли домой, мы много погуляли. Сейчас сядем на автобус и приедем домой. Всем пока-пока. С вами была Светлана Атаиндерата.